Сейчас будет, по-моему, Григорий. У Григория мощный голос, очень такой грузный, тоже насыщенный. И не исключено, что тоже будет немножечко нам фонить, но это не повод не послушать его приятный голос. Ожидание подключения. Сейчас будет очень интересная страна, крайне интересная и неожиданная. Ваша задача ее угадать. О, Гриша, какая у тебя рубашка классная, я не видела ее. Очень крутая. Ну вот это я отжал, брат. Правильно, ради концерта, друзья, можно и отжать. Скажи, пожалуйста, как тебе комфортнее, чтобы я осталась на второй половинке экрана или перевести на задник? Да, как-то все равно. Мне Ну, я тебя... приветливо. Да, тут Лена, она тоже будет петь скоро. Ну что ж, давай попробуем. У нас, друзья, мы не объявляем песню, ваша задача угадать. Ну что, попробуем? Вот. Да, попробуем, только заранее извинюсь перед людьми, я не знаю на самом деле этого языка, вот на котором сейчас буду петь. Это я учил как транслитерацию, по транслитерации, то есть как бы если там будут ошибки в произношении, так что... Ну, слушай, давай посмотрим правде в глаза. Текста там мало, и он повторяющийся, поэтому я думаю, что если что, какие-то ляпсусы мы переживем. Главное же атмосфера. Это да. Она будет. Ну, поехали. Давай. Я все-таки должна остаться, я чувствую, под эту песню. Все угадали, никто не ошибся. Да, Все угадали ну это страну сложно и угадать. язык. Ну, сложно, да, не угадать. Ну, вы поняли, да, почему я осталась? Я, правда, всю жизнь доказываю, что я не верблюд. Друзья мои, абсолютно славянообразное существо. На одну четверть я украинка, и на три четверти я русская. У Вроде тебя же как. вроде какие-то были еще и цыганское, там что-то было тоже. Это опять-таки все сплетни и наговоры. Я на самом деле, я не знаю, у нас по поводу изучения рода, к сожалению, возникли проблемы, потому что после четвертого колена ничего не известно. Так что, друзья, ну что я могу сказать? Русские, мы русские. Вот, Латвия пишут. Какая Латвия? Откуда? Как ни странно.
А, ну, может быть, имеется в виду, что они же, как бы, мы, они, вот эти их, они же везде. Большое спасибо, Гриша. Большое спасибо. Я думаю, вот, друзья, признайтесь честно, удивил вас Гриша? Вы его знаете чуть-чуть с другой стороны, я думаю, как пианиста. Признайтесь, удивил? Я думаю, что он вас удивил. Большое спасибо тебе, Гришечка. Удачного тебе экзамена по вокалу. Я думаю, мы сегодня вечером, я с тобой сконнектюсь, чтобы, если есть какие-то вопросы, мы с тобой их решили. Давай, обнимаю тебя. Спасибо, большое спасибо. Аплодисменты, Гриша! У-у-у! Спасибо, а кто следующий, я не помню. Я отключаю.